Всем привет, дорогие друзья! В этом видео хотел показать несколько посылок, которые мне пришли с Алиэкспресса. Заказывал вот такие вот макетные платки, на которых можно собирать небольшие схемки, множество вот таких отверстий, размеры их 5 на 7. Все ссылки и цены на эти продукты будут в описании. Кому интересно это, то сможете зайти и заказать у тех продавцов, которых я заказывал. Кстати, кому интересна тема радиоэлектроники, различных схемок небольших, подписывайтесь на канал моего друга, его зовут Евгений, ему 19 лет. Он в данный момент учится на электрика и собирает много различных интересных схем. Я думаю, вам будет это интересно, если эта тема вас как-то интересует. Также заказывал вот такие вот вольтметры цифровые, вот с такими цифровыми индикаторами. Здесь вот с этой стороны есть элементы, благодаря которым осуществляется измерение напряжения. Здесь вот три провода. Черный, красный — это у нас земля и плюс питания этой схемки. Она питается от 4,5 до 28 вольт. А измеряет данное устройство напряжение от 0 и до 100 вольт. Вот этот провод у нас и является как бы рабочим, то есть им мы уже замеряем напряжение. Проверял, работает, красиво красным цветом светится. Заказал также вот такие габаритные лампочки. Заказывал для Volkswagen Golf, ну, в принципе, без разницы. Вот такие вот недорогие, маленькие. Ну, в принципе, я думаю, благодаря большому отражателю будет все это дело неплохо светить. Так, тут у нас 100 светодиодиков белых. Вот такие вот светодиоды. Так, ну, такие обыкновенные, в принципе. Маленькие напряжения, 3,2 вольта питаются. Необходимые тоже информация, не забывайте в описании смотреть. Собираюсь, в принципе, я светодиоды заказывал только для светодиодной матрицы. Собираюсь вот такую матрицу собрать светодиодную, сколько здесь их поместится. Вот таким вот образом все это спаяю, и будет вот такая светодиодная матрица, которая будет питаться, скорее всего, от батареи, от какого-то мобильного телефона, там с напряжением 3,7 примерно. Буду подбирать резистор. И это будет у меня на камерный свет. Нужно будет подобрать какую-нибудь подходящую коробочку для этого дела. И вот такая вот получится вещь для накамерного, для фотоаппарата, для разъема, для башмака. Вот такие вот небольшие посылки пришли. Вроде как дошли нормально, все целое. Так что не забывайте про ссылки в описании. Заходите на канал Евгения, который увлекается как раз вот этим хозяйством. А на этом у меня все. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем спасибо за внимание. Увидимся в новых видео.